Жизнь — это я и ты в постели. Все остальное — существование. Ты согласна? Конечно. Я буду любить тебя, пока не умру. Чур я первая. Советник. Похоже, я загнан в угол. Хреново, когда проблемы с деньгами. Я все устрою. 625 килограммов. Это миллионов 20. Я знаю, на что иду. А ты? Неплохое колечко. Знаешь, сколько стоит? Ты же знаешь все лазейки в законах. Почему ты до сих пор не разбогател? Я очень боюсь, милый. Все будет хорошо. Идя по этой дорожке, ты в итоге придешь к моральному выбору, который поразит тебя самого. Будь осторожнее со своими желаниями. Они могут сбыться. Советник, у нас проблема. Товар исчез. Мне позвонили наши партнеры. Они потеряли 20 лямов. Они подозревают нас? Нет, только тебя, советник. Тебя. Они не верят в совпадения. Они слышали о них, но никогда не видели. Ты попал. Когда станет жарко, меня уже тут не будет. Что мне делать? Выхода нет. Это конец. Слишком поздно. Меня-то они не найдут, а вот тебя. Будет ли кровь? Нам столько и не снилось. Ты — это мир, который ты создал. Исчезнешь ты, и мир, созданный тобой, тоже исчезнет. Вы не знаете, каково это — знать, что тебе не доверяют. Хлоя, ты должна довериться мне. Как можно доверять тому, кто считает себя сумасшедшим? Доктор Миранда Грей умела отличать разумное от неразумного, логичное от нелогичного. У тебя великолепный ум, здравое от нездорового. Такая умная, а забыла зонтик. Что с вами? Пока однажды не очнулась на другой стороне. Давно я здесь? 3 дня. Я хочу поговорить с мужем. Так мертв. Ты убила его. Это невозможно. Это последнее, что ты помнишь? Там была девушка. Именно эту девушку я видела на мосту. Эту девушку. Это невозможно. Она погибла 4 года назад. Эта девушка приходила ко мне. И у нее есть какой-то план. Миранда, что это? Со мной что-то происходит. Я понимаю, что ты расстроена. Я здесь, чтобы тебе помочь. Но ты должна мне довериться. Нельзя доверять тем, кто считает тебя сумасшедшей. Холли Берри. Роберт Дауни-младший. Пенелопа Круз. Боишься? Нет. А зря. Готика. Долгие годы я считал эти истории выдумкой, а теперь, наконец, у меня есть доказательства. Ты нашел монету? Ту самую монету. В конце гражданской войны американский линейный корабль с секретным грузом золота исчез без следа. Откуда, черт возьми, вы это из взяли? Реки Нигер в Африке. У вас 72 часа. Увидимся на судне. Нет. Я сам заплачу. Сиди, я сам заплачу. Для охотника за сокровищами Дирка Питта и его команды. Вот это место. Корабль должен быть здесь. Предупреждаю, это очень опасно для иностранцев.
Это был корабль привидения. Проклятый корабль. Загадка, ставшая полузабытой легендой, обратилась угрозой. Эта штука способна убить миллион. Которую трудно себе представить. Софина Талмахо. Звучит красиво. Что это значит? Корабль смерти. Американцы, о которых я говорил, скоро узнают, чем мы занимаемся. Теперь это моя проблема. Приготовьтесь к швартовке! Простите вас, плохо слышно. Сейчас ты меня все услышишь. Привет. У меня плохие новости о вашем катере. Бум! И теперь каждый ключ. Я ищу корабль. Это вам не Дэй Харбор. Что? Каждый секрет. Давайте посмотрим. Приводит их к величайшему открытию в мире. О, боже. Приведите их ко мне. По бестселлеру Клайва Катлера. Вы американцы? Да. ЦРУ? Нет. Мэтью МакКонахи. Эл, сделай мне ворота! Точно не сработает. Стив Зан. Пенелопа Круз. Спорим на 100 баксов? Там есть набор инструментов. Не хочу портить тебе вечеринку, но мы вряд ли починим это. Сахара. Эй, куда мы едем? Если бы я знал, но мы круто проводим время! Режиссер Брэд Гайзлер. Смотрите на экранах. Мадрид, 1956 год. Начали. Начали! Сколько раз обещала себе ни одной интрижки на площадке. И тут он. Все ясно, роман с первого дубля. Свалилась на мою голову. Тоже мне королева. Сеньор Фонтиверос, сеньор Берман и сеньор Шпигельман спрашивают о вашем желании участвовать во второй части. Вот увидишь, какая мощь у этих американцев. Нет, нет, сори, уходите. Стоп! Нет, не стоп! Стоп! От режиссера Фернандо Труэмы. Мистер Скотт, я не очень понимаю эту королеву. Актеры фильма «Девушка твоей мечты» встречаются вновь. Звездная жизнь такая тоска. Будем ей за общим столом. Фонтиверос сейчас в Куэлгамурус. Это что, тюрьма? Чтобы снова сыграть... Мы должны ему помочь. Мы ему? В свои главные роли. Ты, эта шайка засранцев, ничего не понимаете в жизни. А ты все понял? Ты шутишь, детка? Ну и где ты увидел здесь детку? Сеньор, мы готовы! А что мы, собственно, можем? Жалкая горстка комиков. Что-то не так? Нет. С чего мне верить тебе? Если все выгорит, мы взорвем это болото. Я уже не молод. А для секса ты всегда молод. Ванилья, не лезь в кадр. Почему? Не понял. Нет. Там сейчас христиане. Да плевать. Это что такое? Пенелопа Круз, Антонио Ресинос, Неос Асенси, Анна Белен и другие. Меня уже начинает тошнить от этой Сабель. Зануда и истеричка. Королева Испании. Скоро в кинотеатрах. Смерть постигнет многих на пути к источнику вечной молодости. Вы могли бы возглавить экспедицию. Вы ведь Джек Воробей? Вообще-то капитан Джек Воробей. Тут ходят слухи. Джек Воробей в Лондоне. И одержим поисками источника молодости. Не дури, Джек, и источник станет тебя испытывать. А без этого что никак? Джентльмены! Наградой будет источник! Русалочьи воды! Вот наш курс! Так держать! Что ты затеял, Джек? Решил сказать, мы забираем корабль. Ничего личного. Парова на кьёте ранго ла кабеса! Не нервничай так! Это вредно. Нас поджидают опасности. Сначала русалки. Зомби. Черная борода. Его боятся даже пираты. Я
Если я не доберусь до источника, не доберешься и ты. Закончил? Пожалуй. Ну, началось! Огонь! Разве мы не слуги короля? Мы хоть раз можем встретиться, чтобы ты ничем в меня не тыкал? Узнаю старину Джека. Биться до конца! Знаете это чувство? Стоишь на краю обрыва и тянет прыгнуть вниз. У меня его нет. Ибо я отказываюсь это повторять. Привет, Гвидо Контини. Я видела все твои фильмы. Самое главное – стиль. Стиль. Только у итальянцев. Сексуальная революция в каждом кадре. Что такое сексуальная революция? Об этом лучше в другом месте. Ладно. Его имя стало легендой. Гвидо! Гвидо. 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 Он зажигает звезды. Ты божественно. Держись, чтобы не зацеловать. Да уж держись, а то могу укусить. Но даже признанному гению... Два последних фильма оказались провальными. Вам больше нечего рассказать зрителю? Порой требуется вдохновение. Я забыл, как это делается. Все говорят, что режиссура — это ого-го. А по сути только да или нет говоришь. Красный — да, зеленый — нет. Да, нет, да, нет. Вот и вся режиссура. Это невероятно, ты пришла. До этого момента я просто умирал. Ты можешь спасти фильм. Дай ему идею, чего бы это ни стоило. Все про нас все знают. Почему мы не можем быть вместе? Это нечестно по отношению к твоему мужу и моей жене. Я буду ждать тебя. С раздвинутыми ногами. Не представляю, как тебе помочь, если ты придумываешь себе жизнь, а не живешь. Мне нужна помощь. Вы католик? Нет, мы пытаемся быть. Пытайтесь сильнее. История художника в поисках вдохновения. Фильм режиссера Чикаго Роба Маршалла. Дэниел Дэй-Льюис, Марион Котийяр, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Ферджи, Кейт Хадсон, Николь Кидман и Софи Лорен. Единственный фильм, который я могу снять сейчас, это история мужчины, который хочет вновь завоевать сердце жены. И к чему такая серьезность? Есть великое дело – заставлять зрителей улыбаться. 9. Скоро на экранах. Открой глаза. Многие из нас живут, не пережив единого собственного приключения. Что такое жизнь, если не бег за мечтой? Неважно, кто ты. Тебя все ждут. Кортни Лав интересовалась, получил ли ты письмо, иллюстраторы ждут цвет для номера с бикини. Дэвид, куда? Неважно, как ты живешь. Пока, милая, я позвоню. Когда? Не говори скоро, я это ненавижу. Скоро? Неважно, сколько у тебя денег. Ты снова спал с Джули Джани, да? Джули моя подруга. Иногда мы вместе спим. Делай с жизнью что хочешь, но однажды ты узнаешь, что такое истинная любовь. Ты хочешь чего-то большего? Чему обязан такому удовольствию? Удовольствию Софии. Чувак, я бы с ней всю жизнь прожил. Я туда не пойду. Хорошо, пока. От режиссера Джерри Магуайра. Красиво. Сколько возьмешь? Один поцелуй. Эта улыбка меня прикончит. Да! Дэвид Эймс.
Ты меня преследуешь. Мне стало дурно на той вечеринке. Когда тебе стало плевать? Джули, притормози. Когда ты с кем-то спишь, твое тело дает обещание. Не суть, даешь ли его ты. Веришь в Бога? Открой глаза. Есть проблемка. Что? Я этого не делал. Вы обвиняетесь в убийстве. Бу! Это ошибка. Это убийство. Я хочу, чтобы София вернулась. Это опасные люди. Они хотят украсть мою жизнь! Все объяснимо, Дэвид. Забудьте все, что вы знаете о жизни. Любви, работе, играх, ненависти, смерти, реальности. И просто откройте глаза. Том Круз. Пенелопа Круз. Кэмерон Диаз. Ванильное небо. В 1880-м Мексикой правили деньги. Закрывайте. Когда смелая крестьянка познакомилась с богатой, образованной девушкой, это породило милые, странные и очень интересные отношения. Простите, мы тут обсуждали базовую теорию экономики. Жажда справедливости. Стреляй! Заставила девушек встретиться снова. И это породило... Что ты делаешь? Синьориты. Это банк моего отца. Это банк моего отца. Синьориты. Что? Самый взрывной дуэт грабителей банков. Бандитки. Все руки вверх. Бандитки. Пенелопа Круз и Сальма Хайек. Впечатляющая женская команда. Они готовы ко всему. Руки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Они отлично стреляют. Метают ножи. Неплохо. И соблазняют. Их секрет? Поцелуй. Страстный поцелуй. Она очень расстроена. Бандитки. Бандитки могут появиться где угодно и когда угодно. Улыбочку. Сара, что? Я сейчас. Стив Зан. Дуайт Йоком. Сэм Шепард. Проклятие. Бандитки. Адиос, сеньориты. Обязательно посмотрите. Знаешь, какая любовь самая большая в мире? Любовь матери к своему ребенку. И любовь ее ребенка в ответ. Когда вы заметили это уплотнение? 2 месяца назад. Это плохо, да? Не обязательно. Это ваша дочь? Она скоро ей будет. Как было бы здорово взять сына и поехать в Сибирь, чтобы найти ему сестру. Что с тобой? Ты заболела? У меня рак груди. Не бойся. Во что я верю? В жизнь. Это единственное, что у нас есть. Я бы отдал жизнь, чтобы спасти тебя. Кто скажет это моему сыну? Нет! С Богом. Давай, давай. Мама Артура, Наташа, я люблю вас. Я люблю тебя, Наташа. Поэтому мы еще живы. Но в одном я точно уверен. Душа не умирает по рукам.
Вы не против, если я к вам подсяду? Вы всемирно известный детектив Эркюль Пуаро. Защитник невиновных. Так вас называют в газетах? А вы невиновны? А вы забавны. Один из пассажиров мертв. Его убили. Убийца находится в поезде среди нас. И все вы под подозрением. Что ж, надо найти убийцу. В моем купе ночью рылся какой-то мужчина. Вы уверены, что именно мужчина? Я знаю, что такое мужчина в спальне. Что вы знали о покойном? Не надо ее впутывать. У него были враги? Множество. Настоящий убийца здесь. Это кто-то из вас? Вокруг одна сплошная ложь. Я лягу спать здесь, чтобы все видели меня. И чтобы я всех видела. Кто держал в руке нож? Никому не доверяйте. Никому.